Вот сюда, вот, да, видите? На внутрь. Я думаю, да, это, да, самый важный плакат. Это давайте самое важное, вот это очень история. Я думаю... Да, хорошо вы пришли, хорошо вы пришли. Можно. Ой, почему важно? Это политический. Мне нужна помощь. Это вселенная. Вот написано вселенная. Вот. Это вселенная. Это Украина. Вот это президент Лошавель, это президент, который Лоша до этого Зеленский был. Понимаете, это очень интересно. До этого Зеленский я прогнозировал 24-го. Где это? Вот 24 февраля. 22 год будет война. Вот красный будет вот такой. Это давно, это интересно. Вот это дело для Украины. Документы? Нет, сумка. Очки? Вот там. Я не вышли. Знаете, что мне не хватает? Знаете, что мне не хватает? Мне ум не хватает. Мода до Украины, 90 год. Вот, это очень интересно, да, история. Еще там Украина, Сидик сказал, Сидик не обманывает. Вот это тоже 90 год. Поэтому здесь у меня все, что прогнозировали, все. Все сохранено, отлично. Документы. Документы, да. Вот читал лекция вот здесь. Академия наук читал лекция. А, я смотрел, я все ваши лекции смотрел. Вот, отлично, молодец. Пиши, что... О, прекрасный. Чуть-чуть подвинуть можно? Да. Чуть-чуть поднять хотели. Да. Как мы даем понимать? Я забиваю, потому что у меня голова не знает, у меня ум не хватает всегда. Вот, это по мне написал... Советский, это Россия написал по мне. Книги написал. Россия написал. Россия написал, а книги наук. С чудо-сказками. С чудо-книгами. Помина написала. А, про вас. Все поменять. Я обещаю свои билеты. Вот так вот. Файзер написал. А нет еще какой-то Может быть, стол сюда и приспособить? А, точно, может быть, стол сюда и как бы вот немножко вот это... Стоит, сделай, как бы будет заполнять место. Вот, а там мы просто... А мы можем время... Сейчас. Живой получаете материал, я поэтому вас пригласил телевидение 24. Потому что моя комната сейчас космос дали меня... Космос? Да. 24 меня дали, между прочим, очень интересно быть дали меня почетный академик, я сейчас дам, покажу. Почетный академик
Вот почетный академик Минадоли, дай покажи. Минадоли почетный академик 24 числа академии, и вот это дам вам, вот интересно. Смотрите, вот 24-го дали, Мина почетный академик, вот, смотрите, 24-го. Вот 24-го дали, интересно, вот, 24-го. Да, 24-го. Вот 24-го, вот, понимаете, Мина почетный академик дали. Духовное возрождение. Да, да, духовное возрождение, академии, вот, международная академия наук. Безопасность. Вот, Мина дали почетный, почетный вчера дали. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге вчера дали меня. Вот, и дали меня еще... Так вы вчера в Санкт-Петербурге? Да, вчера только приехал. Не вчера. Вот. И Уфы дали. Это Уфу дали. Это Уфу дали меня. Вот. Поэтому смотрите, уважаемые. Пока. Да. Пока, я вам... Кто не знает меня, кто знает. Ну все, тогда да, начинаем. Вот. Давайте коллеги, сегодня... Ну, представляете, я им выведу. Давай, представляйте, выведите. Хорошо. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас состоится лекция известного ученого, профессора. Его интеллект охраняется ЮНЕСКО и ООН, господина Мухаммада Сиддика Афгана. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Приветствую вас от имени Академии наук Афганистана. Наш посол, господин Тарвал, начинаем на имя Аллаха, начинаем на имя Бога. Наша встреча – это не случайная. Мы давно с вами были знакомы в духовном мире. Сегодня видим в этом зале физически. У каждого человека есть два родителя. У каждого человека есть два знакомые. Вот так, в конце лекции понимаете, о чем есть речь. Сначала как два родителя, как один родитель без наша заказ мы придем. Это настоящий родитель, который нас рождает. Папа и мама. Потому что по своей заказ не приехали в этом мире. Которые мы заказали, не заказали. А вторые родители, которые нас воспитывают. Это учителя, это преподаватели, это школа, это университет. Это вторые родители. Это родители мы можем выбираем. Своя школа, свои друзья, свои подруги, свои друзья. Мы сами выбираем. Свой брат, свою сестру мы не выбрали. Поэтому большинство людей, свой брат, сестра не найдет общий язык. Почему? Потому что он духовно чужий. Это свои друзья, только познакомились, друг друга любят. Почему? Потому что они были духовно едины. Поэтому я с вами духовно един. Когда меня зовут господин Волга, Санкт-Петербург, меня секретарь дает приходить в школу. Это какая школа? Частная или... Математика, платная математика. Хорошо, перейду. Сейчас я не говорю, это философия математики. Что такое философия математики? Философия математики... Философия математики... До сих пор мы видели, мы разделили на два... Естественные науки и гуманитарные. Естественные науки и гуманитарные. На вершине естественные науки и на гуманитарные науки. Это тремерное. На вершине естественные науки
это является математик. Математик на вершине естественно. Все науки, которые мы видим, это химик, биологи, медицинские, все, что там связано с математикой. На гуманитарной науке, находится философия. Как говорится, Бог любит тройка. Бог един, любит тройка. Вот эта тройка, что такое три? Два – это квадрат. Квадрат не существует. Два мера не существует. Сегодня такое говорит. Сколько градусов? Сколько градусов? 360. Сколько градусов? 360. Я доказываю, не существует. Это философия математика. Сегодня видите, это революция в области науки. Сегодня я медленно говорю. Я всегда в Александре очень быстро говорю. Потому что время мало. Материала очень много. Только это калькулятор скажу, вот так калькулятор. С 0 до 9 скажу. Вот. Это алфавит философии математики. Поэтому на вершине, естественно, науки математик, на гуманитарной науке это философия, или на гуманитарной науке философия, на естественной науке математик, параллельно рассматривали, Математик, здесь кто математик, преподаватель математики, здесь кто математик есть? Все ученики математики одно. Учитель математики кто есть? Мы филологи с Олей. А? Филолог меня не уважает. Математик один человек здесь есть? Вот, ученик. Отлично. Ученик. Учитель математики нет? Один. Нашли. Вот поэтому меня пригласили. Ладно, хорошо, ничего. Математик, если говорю, вам будет скучно. Если вы не математик. Нет, тут математик. Ладно. Ничего, для любого человека я готов. Для детских сад готов. Для любого поколения у меня есть лекция. На любое поколение. Потому что любой человек рождается с математикой. Я хочу, почему я говорю? Потому что я хочу математика чуть-чуть низко говорю. Потому что, почему на низкий уровень скажу? Если на высший уровень вы не математик, вы не понимаете, вас будет скучно. Если я на арабском языке говорю, все уходят. На французском языке все уходят. То есть на математике тоже самое. Если я говорю, вы не математик, для вас будет скучно. Поэтому я говорю так, как все будут здесь понимать. На моей лекции, видите, все понимают. Я сейчас математики. Файлосус математики это файлосус матнау, кто отец наук, это математики. Обе объединены файлосус математики. Это родители всех науков. Любой вопрос, который до сих пор не ответил наука, файлосус математика отвечает. Если файлосус математики не отвечает, это не наука. Весь науки, который 49888 предметов есть во всем мире, только 343 математики есть. Сколько филологии есть, сколько истории есть, сколько спорта есть, сколько камер есть, сколько разных есть. На все это через математика, потому что все есть, находятся. Где находится? Здесь находится. Он где находится? Здесь находится. Где это? Это пространство. Он займет в одно место. Это место, это координат X, Y, Z. Это математик. Если математик не был, мир не был. Философия математик. На любой вопрос. Я все в мире говорю, любой вопрос, если вы пока в мире не ответили, философия математика отвечает, точка поставит.
Потому что для Пайдасуса никогда не была точка. Какая, какой свет? Она говорит, он говорит, свет. Это белое. Говорит, нет белое, это как яйца. Третий говорит, нет, как доска. Четвертый, как мелька. Пятый, как молоко. По-разному можно говорить. А два плюс два – это четыре. Никто не говорит, это пять. Поэтому это точка поставится. Я меньше математики говорю. Здесь математики нету. Называется математик, школа математик, сам математик никто нет. Почему нет? Потому что все ушли, я знаю, выходной, все на дачу шли, все, я с положением не понимаю. Я сам понимаю, поэтому не важно. Главное, через это телевидение весь мир видит. Через это весь мир видит, самое главное. Моя аудитория всегда. Понимаете? Здесь это Вселенная. Это Вселенная. Мы здесь находимся. Центр Вселенной – Земля. Нет Земля, которая Вселенная, а вокруг Земля ходится. Нет. Центр Россия – Москва. Москва по расстоянию не центр, который курирует Россия. Центр – самолет. Где находится? Где пилот? Нет на расстоянии, который по расстоянию говорит. Понятно? Да. Поэтому здесь Бог, мы. Между нами есть связь. Потому что мы, человек, три измерения, внутренняя, нет, только духовная и материальная. Только смерть и жизнь, нет. Мы три у нас есть. Смерть, жизнь и сон. Сон – граница между жизнь и смерть. Сон – это граница между жизнью. Нет времени. Если было время, я 2-3 часа здесь медленно говорил для вас, а что будет, потому что максимум час-полтора, два. Я, моя лекция минимум 4 часа. 34 лекция, 1 часа дойду вопрос. Поэтому сейчас меньше говорю по поводу философски, немножко математик на уровень оси класс говорю. Математик на уровень оси класс говорю. Вот оси класс. Какой, все оси нет. Моя внучка, она 6 лет. Телевидение показали Малахов. Я сказал, ученик своей внучка. Она не учится компьютер, тогда не понимаю. То есть я не понимаю. Компьютер как можно делать? Поэтому я на уровень калькулятор сегодня буду читать лекции. Все будут пользоваться. Что человек не пользуется, будет скучно. Хочу польза. Время очень важно. Время не золото. Время не золото. Время не это алмаз. Время не бриллиант. Все потеряются, ты можешь найти деньги. Покупаешь. Если время потеряется, ты никогда не покупаешь. Вчерашний день никогда ты не будешь покупать. Поэтому тримерное мир есть. Сегодня есть, вчера был, завтра. Вот, мы. Тримерная, x, y, z. Вот мы калькулятор пишем. Вот калькулятор, вот уважаемый. Калькулятор, вот калькулятор. Вот калькулятор. Вот калькулятор. Я хочу немножко, вы понимаете, о чем речь. Если когда речь будет, вы понимаете, вот. Вот калькулятор. 0, 1, 2, 3, 4, 5, смотри, 5 на месте. 5 вот середине. 6, 7, 8, 9. Вот так. Это алфавит философии математики. Гашная литература, да? Ваша, вы понимаете, сидурский язык, понимаете, сколько буква?
Английский язык, сколько букв? Я понимаю. Английский 26 букв. Вот. Фарсийский 33 буквы. А французский математик только 10 букв. 10 букв. Только 10 букв. Сколько букв? 10 букв. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот это. Это буква французской математики. Вот так. Вот это буква. Это блок вот. Это ваша калькулятор, ваша мобиль. Это знаете, да? За рамки ничего не ходит. На вашей литературе, которой литературе, сколько литературы, вы понимаете, есть литература, химическая литература, физическая литература, английская литература, техники. Все литературы, все, все слова, суммировать миллиард слов не будет. Миллиард слов не будет. А это бесконечно слово Божие пишет. Это ноль будет тут. И что такое ноль? Мы знаем, это зачат, за день зачат. Д, Н, К. Человек рассматриваем. ДНК. Смотрим. Все интересно для вас будет. Пятый так кровь у человека, каждый человек пятый так кровь есть. Не знаем. У каждого человека пять чувств есть. Винище. У пять контент люди сейчас живут. Пять места я свободна. Могу ходить, могу ходить, могу ходить, могу ходить. Сейчас я могу прикрыть немножко вот. Вот так могу. Оттуда не могу. Вот понимаете. Я хочу прикладной показать. Вот этот пят. 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 Все человек из математики рождался. Все люди математики. Мы пят, пят, десять. Подсобились. Мы... Муха понимает математика. Муха, знаете, муха улетает. Как называется? Муха, да? Муха, да. Когда улетает? Комар, знаете? Можно проводочку попробовать? Да. Давай, децель. Нет. Потому что я для вас сюда летел. Да, да, да. Просто прыгнули, проводочку вылетел. Муха знает... Сейчас, ладно, извините. Время – это жизнь, это вообще. Каждый человек около 4 миллиарда секунд, его жизни нету. Если 4 миллиарда долларов есть, вы не можете каждый день 1 миллиард, 1 100 тысяч долларов тратить. Нет. Поэтому смотрите, время очень важно. Смотрите, уважаемые. Три вещи, я вам сегодня докажу, три вещи. У меня плод три вещи. Просто это общее говорю потом. Три вещи очень научно хочу сказать. Понимаете, здесь. Есть еще муха, муха. Математик понимает. А муха математик понимает. Вода математик понимает. Комар математик понимает. Камень математик понимает. Весь математик. И что Бог создал, он это язык понимает. Это язык природы говорит так. Математик язык природы говорит. Я говорю, математик, язык, природа уничтожается, а математика уничтожается. Потому что математика взаимосвязь между духовным миром и материальным миром. Взаимосвязь между прошлым и будущим. Это, математик это не наука. Философ тоже не наука. Потому что это физика наука. А математика не наука. Потому что мы не можем на его действовать. 5 плюс 5 это 15. Не говорю, 5 плюс 5 это 10. Мы не можем его делать. А мы можем ее делать, его зажигать. А математик не подчиняет нас. Математик не подчиняет время. Миллиард лет тому назад 2 плюс 2 было 4, сейчас 4. И через 100 миллиард лет там будет 4. А в 18 веке другой физик был. Сейчас другой физик, через несколько век другой физик будет. Все науки подчиняют время.
а математика не подчиняет. Поэтому он всегда на своей позиции. Поэтому философия тоже не наука. Потому что мы, философия, что такое? Это земля двигается, мы ссорим солнце, мы не можем ссориться, как я хочу всегда так солнце. Потому что философия не на наша рука. Математика тоже не на наша рука. Поэтому что не на наша рука, выше нас. Наука здесь, математика здесь. Все наука здесь, философия здесь. Поэтому вы объединили. Вот это понимаете. Определенно хочу сказать. Там определенно было. Вот еще три вещи сегодня хочу сказать. Вот. И к сожалению, ручка нету. Вот так. Это виси. Это знак прокуратура. А сейчас принесут. Это знак прокуратура. Это знак прокуратура. Вот. Это знак судья. Вот так. И часы я смотрю. Все три вещи сегодня открываю. Которые все будут понятны. Три вещи самое главное. Справедливость, расчет, время. Сколько нитка умеется? Посмотрите. Сколько нитка умеется? Три нитки, да? Раз, два, три. Раз, два, три. Один нитка за середины. Понимаете, о чем я говорю? Раз, два, три. Три дня тому назад. Три дня после нас. Сегодня граница между три дня это неделя. Семь. Три, шесть, плюс один, семь. Где здесь находится? Здесь находится? Да, здесь смотрите. Это ухо. Это ухо. Уха, вот, вот смотрите, уха. Это глаза, уважаемые. Это глаза, нос. Это нос, это рот. Это тами. Вот раз. Раз, вот, вот, вот это ми. Рот один. Уха. Глаза. Нос. Вот это ми. Всегда видели, когда американские спросят, они не понимали. Ваши глаза сколько детки, они не понимают. Как своя голова не понимает, сколько детка нападает в Афганистан. Вот это. Вот это есть. Это справедливость. Видели, да? Да, молодец. Смотрите. Один плюс девять, десять. Это зачат. Когда жениться, после жениться, это отца, это мать. Девять месяцев мать ребенок с собой возьмет.
Жениться за один зачат, извините, пожалуйста, как гинеколог, зачат. Потом первая неделя, 1+7, это 1+6, это 7. Первая неделя. Это первая неделя. Спасибо. 3+4, это вторая неделя. 2+7, это 2+5, это 7. 1+6, первый, это 7. 3+4, это вторая неделя. 2+5, это 7, это 3 недели. Невеста должна остаться беременная. Или, как сынаха называется, невеста называется, это женщина, которая замуж ушла, короче. Три месяца, три недели. Четвертая неделя невозможна. А почему? Потому что женские болезни. Когда беременная становится, первые 13 недель, вот смотрите, 4+9, 13. Не надо посмотреть, не надо делать, там много есть, смотрите, это важно. Там запишется, смотрите, потому что я, когда смотрите, потому что у меня характер, так, все меня, на меня видят, если кто не видит, ходят, у меня характер. 4+9 – это 13, беременная осталась, первый 13, 6+7 – 13, вторая 13, ребенок. Делается, сердце делается, 5+8, 13, 3, 13. Вот, 3, 13, 3 умножим на 13, равняется 39. 3 умножим на 7, равняется 21 день. 13, 3 для математики. 13, 7. У него какое есть общее? 2 нулевой, 2 единица, 2 двойка. 3 нулевой, 3 единица, 3 двойка. Вот это, ряд. Вот математика немножко серьезно. Для его тоже скучно будет. Вот это ряд. Это ряд. 3 это 1 нулевой, смотрите. 1 единица, 1 двойка. Это 3. Ряд. 1, 2, 3. Вот смотрите, вот это. 1+9 – 10. 2+8 – 10. Давайте, вы это можете, вы кислите, потому что звук важно, почему такой. Да. Я очень хочу методически хочу научить, потому что это лекция меня. Смотрите, первый алфавит пойдет с математикой. Первый алфавит посмотрите. 1+9 – 10. Раз 10. Это 3+7 – 10. Это 2 – 10. 2+8 – это 10. Это 3 – 10. 4+6 – 10. Это 4 десятых, это 40. Это 40. Ребенок должно 40 недель процесс его рождения. Это все. Я говорю 39 недель по 114 часов. Это недель. 6666 часов ребенок должна рождаться. 4 часа. Это 39 недель по 114 часов. Центр Земля. Центр Земля. Ну, здесь, который он, молекуль вода там существует. 5% молекуль вода там существует, который на там на небо, там вверх. Расстояние между ними 6666 километров. Смотрите,
Это S15. 1 плюс 9 плюс 5 15. 3 плюс 7 10 плюс 5 15. 15. 2 плюс 8 10 плюс 5 15. 4 плюс 6 плюс 5 15. 1 15. 2 15. 3 4 15. 60. Пять литров кровь на 60 секунд насос делает, сердце насос делает. Середине 6666 литров кровь на 24 часа наше сердце насос делает в середине. Это то 6666. Коран и Карим, который с Коран нашел, с Коран и Карим нашел, вот это с Коран и Карим нашел, вот там Коран нашел, он 6666 хаят, имеется ли абзац, имеется. 430 хаят, это там по шифру написано, мукатаот называется, там невидимое. 436 часов мат не понимает, но она становится бременная. Это 17 дней, 22 часа. Мат после этого говорит мама у меня, ты будешь беременная, сынок. И 6000 это еще здесь, это вода здесь находится, здесь тоже 430 километров, то же самое, вот так. Поэтому там 430 литров кровь тоже плюс-минус, потому что когда каждый одинокого нет кровь, который делает. Вот это есть первый моя. Сейчас покажу, потому что, смотрите, сейчас я... Там есть, кстати, давайте, тряпочка, сзади доски. Да, спасибо. Вот смотрите, я говорю, хочу экономить делать. Смотрите, она вышла замуж. Она вышла замуж. Понимаете, интересно. Второй этап очень нравился вас. Это просто я общий, второй. Сейчас вы понимаете, о чем идет речь. Смотрите, это когда человек свой номер, паспорт, свой номер, день рождения, в один день рождения ни о чем не говорится. Миллион человек в один день рождается. Один становится водитель, а второй становится руководитель. Вот это тоже, это не фломастер. Вот это. Вот смотрите. Вот так. Вот это мы его брали. Ну что такое это знак? Скажите мне. Что такое это знак? Это знак, все знают, это знак, все, это крест. Где это ноги? И вот где можно на глаза видеть каждый день? Где аптека? Где аптека? Это знак аптека, да? Да. Понятно, да? Угу. Вот смотрите. Медицина. Знак аптека. Цифры не трогай, да? Давление человека сколько? Знаете? Нормальное давление, скажите, кто бьет? 120 на 80. 120 на 80. Да? Угу. Смотрим. 4 умножим на 5, 20. 20 на 6 – 120. Это 120. 2 на 5 – 10, на 8 – 80. Вот так. Видели? Видели. Вот. 4 на 5 – 20 на 6 – 120. 120 вот. 120. 2 на 5 – 10, 10 на 8 – 80. Вот так. Смотрите, уважаемые дамы и господа, преподаватели, студенты. 5 литров кровь нормальные люди. 4 литра кровь худой. Это человек, математик. Я тоже был худой.
Что если это ты, не так кровь, и так сейчас я полная. Это нормально. 2 литра кровь – это ребенок, который африканский, не имеет витамин, нету как-то слова. 8 литров кровь – это африканский бизнесмен. Так. Это тоже болезнь, это тоже болезнь. Это нормально. Видели, да? Спасибо. Вот. Смотрим часы. Сейчас часы посмотрим. Что такое? Это понятно. С каждый день вы посмотрите, каждый цифр поменяется в себя. Какой? Вот, смотрите. Часы смотрим. 360 градусов не существует. Цифр доказал. Все говорят, это 360 градусов, а я говорю, это не 360 градусов. Смотрите, я доказываю. Не видно тебя. Смотри. Здесь 12 часов. Здесь 6 часов. Здесь 9, здесь 3, да? 4. Да? 3 плюс 12 – 15. 6 плюс 9 – 15. Не видели? Да. Здесь 15, здесь 15. Это 4 – 15, здесь 2 – 15. Еще много 15 там есть. Может быть, говорим, 11 плюс 4 – 15. 10 плюс 5 – 15. Много есть там. Плюс здесь. Это март месяц. Это март месяц. Это март месяц. Равновесие будет. Против сентября. 22 июня на пол на сторону Гетлер. Июнь. Это самая белая ночь была. Пик белая ночь. Это самая темная ночь. Это декабря. Это июнь. Это осень. Это С4. Смотрите. Это мерседесский знак. Сутка сколько часов? Сутка сколько часов? Весь мир считает сутка сколько? 24. Неправильно. Сутка неправильно, 24 часа нету. Почему? Потому что сегодня какой календарь? 26. В Америке пока 25. Два календаря одновременно существуют в этом нашем планете. На нашем земле. На нашем земле. Два календаря существуют. Здесь дню, там ночь. 24 часа ночь, 24 ночь будет, потом будет планета. Одновременно. Два зима здесь летом там, а что зима? 48 часов. Mm-hmm. Видели? Да, видели, да. Коротко, вы понимаете, два календаря существуют, потом 24 часа ночь, 24 часа днем. Вот так. Ну, смотрите. Здесь есть сколько градусов? 120 градусов. 120 градусов, да? Сколько? 120. Ровно, да? А я говорю, не ровно. Вот так. Вот так. Сколько градусов сейчас? Сейчас сколько градусов? 90. 90. Молодцы. Вот молодцы. 90. Молодцы. 90. Вот молодцы. Это 270 градусов. 270 градусов. Вот так. Войны не существует. Вот не может поджечь. Вот войны нет.
Потому что там еще одно надо. X, Y, Z. X, Y, Z. Если один будет 0, он будет 0. Да. 200. Сколько ребро вида моя? 3. Ребро. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Еще 3. Сколько? Это ребро, да? Ребро. Каждый куб, сколько ребро умеется? 12. А? 12. 12, молодцы. Вот. Спасибо. Горжусь. Такой умный люди. Да. Люди все быстрее отвечают. 9 видимое, 3 невидимое. Вот. 270 градусов. 1. Мы 3 умножим на вот, 15. 30 умножим на 9, равно 270. 3 невидимое. 30 умножим на 3, это 90. Получается 360 градусов. 3 месяца у ребенка у своего отца. Каждый солдат 3 месяца будет на армии, после надо ходить домой. 3 месяца командировка. Больше нет. Вот 3 месяца 90. Невидимая. У своего отца 9 месяцев своей мамы. Потом человек рождается. Один человек рождается по силе своей. С отца по косину из матери. Это есть за счет, который видели. Вот. По остальным математик нет, я математик меньше говорю. Видели, интересно. Здесь есть вещи, которые я вам наказал. Еще одну вещь для математики говорю. Вопрос даю. В каком классе? 11? 11 прихожу. Да, приходите. На плоскость, сколько перпендикуляр имеется? Плоскости? На плоскость. Один, я плохо объясню. На один точка, на один точка, на плоскость. Сколько можно нарисовать перпендикуляр? Вот это плоскость. Это перпендикуляр в одном точке. Сколько? Только один. Только один, да? Кто сказал один? Да. Молодцы. Один, молодец, девочка. Вот на одном на плоскость, в одном точке, только один перпендикуляр. Вот здесь 90, здесь 90, здесь 90, здесь, да? У меня вопрос во всем мире, во всем математике мире даю вопрос. Точка на пространство, на одной точке на пространство, сколько перпендикуляр? Множество. Сколько, скажите мне? Сколько угодно множество. А? Только математика. Сколько перпендикуляр? Мы изучали. Бесконечность, говорит, без перпендикуляр. Потому что, говорит, почему? Потому что солнце есть, там бесконечность перпендикуляр придет. Я говорю, на координат X, Y, Z, сколько перпендикуляр можно нарисовать? Они не понимают. Я доказываю 24 перпендикуляр. Это раз. Вот. Вот это есть доказательство, которое имеется, сколько перпендикуляр имеется в одном пространстве. Это без этого. Вот так. Это. Понимаете? Вот. Сколько на пространстве? На пространстве. Внутренне там. Начало Вселенной, 0 и единица. Кто верит в Бога, кто не верит в Бога. Атеист не верит в Бога. Много ученых, философов верили. Никто не доказал, Бог нет. А доказательство для Бога, с точки зрения математики, у меня сейчас времени нет. Да, с которой нету, с которой нет
Я вам потом и скажу, есть в YouTube, пишите. Вот, Вселенная, это Вселенная X, Y, Z. Вот, здесь, центр Вселенной, вот там. Это, смотрите, там сколько перпендикуляр? 4. Это 2-3-60 градусов, по поводу, это 360 градусов сверху, видели? Там есть, просто так, когда мы двигаемся. Когда мы его нарисуем на практике, он не 360, он 270 градусов. Вот там, вот 270 градусов, вот 270 градусов. Это точка на пространство, вот это точка на пространство, сколько градусов? Раз. Сейчас немножко. Это раз, видели? Вот так. Короче, что-то покажу. Сколько шток? Сколько пространства докажу? Сколько штук? Вот X, Y, Z. X, Y, Z. Сколько? Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сколько градусов? Сколько градусов? Сколько градусов? Вот три перпендикуляр. Раз, два, три. 90, 90, 20. Вот. Раз, два, три. Три умножим на 8, получается 270 градусов. Следующий мы сделаем. Вот следующий мы можем делать вот так. Это красный вот. Это красный вот быстрое время вала. Поэтому я спешу. Это два. 360, это 2 и 4, 360. Это и 3. Вот. Раз. И 2. Атом. Вот. Это 3. Это 3. Поэтому каждый 360. Один день 360 градусов. Земля крутится. Вот так. 360 градусов. Коран, Библия и Коран, и Тура, все это космические книги. Это не Коран, мусульман говорит, это наши книги. Нет. Это книги для, это научные для всей мира. Тура то же самое. Все пророки как учителя для нас. Поэтому они не воюют, а мы воюем друг друга. Только я сказал, муха знает математика. Когда говорит на любом языке, он не летит в продукте. Когда своя рука принимает, он сразу летит. Расстояние понимает. Вода расстояние понимает. Извините, математика понимает, вода. Когда ноль градусов, он замерзается. Почему замерзается? Почему вода замерзается на ноль градусов? Почему? Потому что, если он не замерзал, он на этих горах себя не держал. Он замерзал себя, держит, себя это держит. Вода это держит себя. Когда летом будет, накапливает, летом у нас будет вода. Вот. Камера тоже. Когда здесь камера есть, кусает вас, да? Когда вы близко, сразу плит. Потому что знает расстояние. Поэтому все расстояния понимают. Все математика. Математика это... Камень тоже математик понимает. Я говорил, не доказал. Я только что это видел. Почему? Когда он живой. Камень живой. Камень живой. Это живой. Это живой. Это живой. Все говорят, не живой. Это живой. Потому что там электрон, протон, нейтрон двигаются. Двигаются. Еще двигаются? Живой.
падайте, если куда не палим, скажите, я потрогаю. Там есть электрон, притур, не тут двигаться. Молодцы. Все живой. Поэтому все связаны с Богом. Вот здесь, это земля, все носо обманывали нас. Носо у нас обманывали. Все или ошибка допустили, или обманывали. На первый математики смотрите. А куб плюс Б куб, это А куб плюс Б куб. А куб, А 7 на 7, минус 6 на 6, видите 7. Это расстояние Земля получается. Расстояние, извините, расстояние Земля, нет. Расстояние, скорость света. Скорость света на 1 секунд от 2, 9, 5, 9, 3 километра в секунду. Вот так. Через формулу. На пусть говорят, это даже. Вот это есть. Через эту форму года его доказал. А это смотрите. Это легко. Математика, смотрите. Калькулятор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Победа. Победа была. 45. 45 на 45, 2025. Это суммируем. Это суммируем более 360 градусов. Синусой суммируем, больше 60. Косинусой суммируем, вот это тоже синусой суммируем. Тоже. Косинусой суммируем, тоже самое, 180 градусов. 180 градусов, 360. 180 градусов, 180 градусов, 50. Это есть вот легко, вот легко, вот легко. Без магически. Вот. Здесь доказался, что сон Бога. Центр Вселенной – это единица. Доказался, что сон Бога. Следующий. ДНК. Каждый человек, сколько бабушка? У вас сколько бабушка? У вас сколько бабушка? Нет. У вас бабушка есть? Да. Сколько? 74. Нет, сколько бабушка? 2, 3, 4. 2. Один бабушка мама. Один мама. Две бабушки, да? Да. Сколько каждый человек у меня бабушка? Две. У вашей бабушки сколько бабушка? Ваша мама сколько бабушка? Каждый. Молодец. У вашей отец сколько бабушка? Две. Поэтому. Опять бабушка, сколько бабушка, а потом дедушка, сколько бабушка? 127. Если 52, бабушка, человек, мать, ду, хадам, хива. 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 Алейсалам. Хадам, алейсалам. Знаете, хадама. Кто хадам, хива, да, называется? Давай, извините. Хадам. Хадам, да. Вот это есть график отца. Это график мамы. Все. Здесь есть внутренний ребенок. Ребенок 9 месяцев рождается. Рождается. Вот. Все зеленые. Все зеленые, да? Вот. Красная. Кровь пошла. Красная. Все красные. Это бесконечность можно делать. Потом ребенок рождается, молоко пьет. Белое. Вот это есть модель, перемерная, магический
квадрат, который так книги я написал. Мы можем эти курсы изучать, для вас скидка делали. Могу это изучать, вы знаете свое будущее. Это первый семестр. Это первый семестр. Второй семестр скоро будет. Это первый семестр. Это первый семестр. И это первый томов. Первый томов. Это учебное. Очень легко для объяснения ситуации. Это книга, которую написал для меня Академия наук СССР. Вот здесь вы выбираете какой-либо сифр. Обязательно я скажу, давай выбирайте. Какой сифр выбираете? Один большой скажите. Я скажу какой. Давай. Угу. Давай скажи. Я скажу какой. 13. Наш Алекса. По-моему, да, еще полчаса осталось. Какой? То, что красным написано. Да, это большие, да, молодец. Возьми, какой? Любую цифру. Любой. Надо ее назвать, давай. Да. Давай, скажи. 304. Какой? 304. 304. Да. Вот против ину, смотри, 304. Вот здесь есть против ину 18. Вот. Здесь есть 18. Вот 18. Да. Видели? Да. Вот видели? Спасибо. Выбирайте, какой внутренне, какой хотите. Например, хотите, например, вы хотите это выбрать. Я могу, вот, какой хотите, внутренне, какой, хотите, пожалуйста, скажите. Давайте скажите, а? 106. А где ты его? Где? А внутри была. Где? Это? Нет, там, которую поднимается пошла. Тогда надо это поднять на все задание. Вот там 106. Вот я могу, вот. Я могу это, сколько это? Смотрите. Вот, если не надо говорить. Вот 216. Вот. Я могу внутреннего человека найти. Люди только это видят. А я это вижу. Вот так разве. Люди только это видят. Потому что люди, он человек где находится? Знаете? Знаете, он человек где находится? У человека он где находится? Ума человека где находится? Нет. Ума человека сейчас не находится. Ума человека на глаза находится. Потому что нечто видит. По одежде встречается, по ум провожается. Когда ты идешь на лошади, ты бы как это относишься? Когда идешь на свадьбу, на велосипед, на такси, тебя так. Когда на машине, то по-другому слышишь. Люди, человека через человечество никто не уважает. Человека через человечество никто не уважает. Потому что мы все родились в своей семье человеком. Мы ни генералы не родились, ни президент не родились, ни ученый, ни профессор. Мы все семья человеком родились. Когда умрем, как человек умрем, после когда хорошо, по-человеческой своей жизни заканчивали. Как преподаватель придет на аудиторию, все студенты одиноко видят. Когда студент идет в библиотеку, когда некоторые студенты идут в дискотеку. Потом преподаватель на экзамена, как относится, кто пошел в библиотеку, отлично, кто идет в дискотеку, дольше. Вот так жизнь такова. Поэтому человек убирает здесь, на него смотрит по-другому. Человек, он министр по-другому смотрит. Нет, человек надо через человечество уважать. Вот поэтому я рассматриваю ситуацию. Сейчас время нет. По Украине, когда я рассматривал, каждый все равно видел. Вот в 90-м году, когда читал лекцию от Украины, я сказал, смотрите, Первая мировая война, Вторая мировая война, Первая мировая война, это Вторая мировая война, и конце Первой мировой войны, 1914 года, Первая мировая война. 1918 года, это конце Первой мировой войны. 1949, Вторая мировая война. 1945, конце Второй мировой войны. Третья мировая война, разработал, как можно найти. Вот, смотрим. Вот, смотрим, сразу. 2022 год, это война началась на Украине. Вот это, когда давно это сказал, по-моему, год написано, в каком году это, в интернете есть. Вот в этом формуле разработал 24 февраля, это год будет война. Все думали, Третья мировая война, я сказал, Третья мировая война не будет. Потом все. 24 июня 2023 года это Вагнер.
когда я сказал 17 июля 2023 года, весь интернет полный был. Все-таки Афган говорил, это переходный этап, это преломный этап. Действительно, мост было удалили, 80 стран мира было беспорядок, потому что мы 4 элемента родились, 4 элемента. Воздух, температура, огонь, температура, огонь, глин, земля и вода. 4. Вода, земля, воздух, огонь. 17 июля Канада, Турция, несколько стран были пожар. Америки, Афганистан, Япония, везде были землетрясения. И были 17 июля наводнения. Китай, многие страны мира, там есть в Европе. И землетрясения были, наводнения были, тайфун был, пожар был. И мост был, политический, и мост, пятый мост ударили. А тут серьезно началась война на Украине, вы видели, да. Вот это Украина. Это европейская сторона, я рассматривал. Это Америка рассматривал. Это Джордж Вашингтон. Все говорит. Америка, это что будет дальше, я говорю, Америка. Когда Обама пришел, я в этом числу 25 ноября 1999 году, 11 сентября прогнозировал и приход на власть Обама. Газета «Вахдат», публикация «Пешавр», город Пешавр, Пакистан. Это его написал, источник написал. Вот и сделал Америке. Это Америка. Это американцы. Здесь это республика Турция. Это Афганистан. Мы с вами родственники имеемся. Это наша король в 1863 году женился на сестру ваша короля. Российский король. Поэтому я вас дали. Это империя Турция. Османский. Это таджикистанский. Это Индия. Это Азия. Это Россия, Советский Союз. Почему я сказал Советский Союз рухнулся? Потому что смотрите. Вот. 2-0 смотрите. Это 2-0, 2-1, 2-2. Без волоси, волос. Без волос не имел. Волоси. Без волос. Волоси. Без волос. Это смешной просто пошутил для кто не математик. Вот. У меня есть волоси, не имеется. Волоси, это не имеется. Волоси, это не имеется. Это волоси, через него опять будет волоси. Это Петровский, 1682 году. Я рассматривал Россия. Вот 15 республик, почему рухнулся? Потому что сумма это калькулот 15. Это Россия, Советский Союз. Вот это 1 плюс 13, это 32. 7 плюс 32, 64. Почему? Я это прогнозировал ситуацию по поводу... Я всегда в Советский Союз назову, никогда не назову, Россия не назову. Почему? Потому что для меня Советский Союз существует. Почему? Бежать не бывает. Территория меняется, народ на месте. Народ на месте. Россия, смотрите, с 15 республик Россия в Москве живет. 15. Понимаете? Украина немножко не слушал, вот так слушал. Американки зачем лезли внутри на Украине? Потому что американцы где ходят, хуже, чем волк. Волк. Собака, я скажу, я скорбляю собака. Американцы хуже, чем собака. Я не боюсь, потому что при американских, я говорю, у меня есть много записей. Потому что собака сохраняет барана.
много барона, как готовится с комнату? Стада. Да, собака сохраняет. А волк кушает. А американцы хуже, чем собака, все барона кушают. Поэтому здесь я всегда критиковал, что на самом деле, потому что я математик. Здесь вещи главные, самое главное, здесь я хочу, по-американски, ладно, вы сами знаете, здесь самое главное, это важно. Почему? Я очень важно одну вещь скажу, я буду отвечать на ваш вопрос. Посмотрите, уважаемые, все формулы S, которые знаете, это формула шар. Формула шар – это радиус одинакова. Формула шар. Объем шар – 4. 4. 4 пи эр куб на 3. Это формула объем шар. Земля не шар. Земля – это его разница. Вот земля так. Разница, это разница, все разница. Поэтому они через эту формулу рассматривают, они ошибка допускают. На 1 миллион километров, семьи 1 миллиметр ошибка допускают на расстояние до другой планеты. Очень много ошибка допускают. Поэтому здесь есть куб, это есть крест. Это знак. Это Иисус Христос. А это объединяется с мусульманским народом, объединяется, это знак Каба. Это Каба. Это кто? И вот это Каба. Все, поэтому мы с вами никакой противоречия нет. Спасибо большое за внимание. И сегодня я готов отвечать на ваши вопросы. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо за приглашение. Давай. Мне очень интересно, как вы начали свой путь в изучении науки. Я сначала, спасибо, сначала я, мой отец был хороший математик. Он не математик, он бизнесмен, он был бизнес-секретарь, он был большой сад, и в Виноград всегда он понимал, сколько на этом году. Как я видел, сразу понимал, сколько мест на этом году нараживается, сколько мест двигается, сколько это понимать. Хорошо, арифметика понимает мой отец. Только середина школы закончил. Я когда родился, потом прочитаете, если хотите, кто вас не любит. Если хотите, вас кто не любит, нет. Все не хочет. Хотите, все вас уважают, да. Новые вещи скажите, не надо рассказывать о себе. Если хотите на себя, люди не ненавидят тебя. Не надо себя говорить. Потому что мы никогда себя не видели. Всегда на зеркало видим. Когда на зеркало видим, себя наоборот видим. Вот на зеркало, себя видим, наоборот видим. Левая рука направо видим, правая рука налево. Если здесь 18, мы видим 81. Мы никогда себя не видели. Никогда не себя не видели. Наоборот себя видели. Поэтому я всегда думал, почему 5 пальцев, почему это 3, почему здесь это 12, почему 14. Потом, когда был, иногда люди говорят, тип плохой. Я смотрю, это говорит, тип плохой, тип плохой, тип плохой. Я сразу, это свидетель, когда человек говорит, тип плохой, он тебе говорит, тип плохой, тип плохой, 3 тебе говорит. Вот. Это рассматривает по-математически, понимаете? Рассматривать. Понимаете? Я вижу 1, 3, 1. Я смотрю 131. Это простой число. Когда простой число посмотрю, перед простой числом 2. Почему 2? Почему 2 глаза? Почему 1 рот? Почему неделя 7 день? Почему наша голова 7? Почему? 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 Я прошел на этом науке. Всегда вопрос. Сейчас тоже. Два параллельно, почему здесь, посмотрите, сколько видите? Один, да? Сколько у вас глаз есть? Два, да? Закройте одну глаз. Каком месте видите здесь? Вторая глаза закройте, на другом месте видите.
Откройте, почему два не видит, один видит. Все ученые в мире говорят, два параллельно не пересекаются. Некоторые говорят, пересекаются. Обе не доказали. А я доказываю, пересекаются. Потому что если не пересекал, мы два не видели. Один не видели, два видели. Поэтому пересекаются. Молодцы. Молодцы, молодцы. Вот, молодцы, понимали. В одну минуту. Любой вопрос на один секунду отвечает. Поэтому я всегда дома. Понятно? На себя видели. Почему я на два нога иду? Почему? Почему у меня есть 5, 5, там 20? Почему 20? 5, 5, 20. Почему на калькулятор 4 цифры есть? Это 2, 4, 6, 8, это 10, 10, 20. Почему? 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 Понятно? Давай вопрос. Дай, пожалуйста. Пожалуйста. Я не профессор, я сидел в вам. Я не грамотный человек. Скажите, пожалуйста. Подожди, я хочу себя представить. Я не грамотный человек. Весь мир знает, я не грамотный. Это не скромность. Я не грамотный человек. Грамотные люди через библиотеку говорится. Чужое место напишется. У меня все моя литература без миллиона диссертация, все диплом. Без библиотеки, я говорю. Кстати, я чужой мысли говорю. Я свой. Только космические книги я не трогаю, там Аллах пришел. Я не грамотный человек. Грамотные люди, его заканчивается, потому что сегодня читал лекция, а потом идет библиотека. Как? Мобиль. Заканчивается, а потом не разговаривает. Наша бабушка с утра до вечера говорит, говорит, у него речь нельзя заканчивать, потому что она сама источник. Нас. Второй я ноль. Я хочу себя представить. Я ноль. Всегда говорю, я ноль. Американцы говорят, ты куда говорит, я сын. Давай подружимся. Если ты я ноль, ты сын, подружим, подружимся 70. Если ты со мной споришь, ты будешь тоже тут ноль. Понятно? Поэтому давай вопрос, ваш вопрос. А можно ли как-то спросить, что будет дальше с климатом? С кем? Климат будет меняться? Нет, климат будет плохо. Еще будет плохо. Плохо будет, это будет плохо. Конечно, 2004 год хуже, чем будет. Еще будет. Я сказал всем, все есть интернет, и все это. Я хочу научиться, все показать. Я не прогнозист. Я не гадалка. Просто хочу новые науки при своей жизни, которые слушают меня. Много я читал, более 4000 лекций идет. Более миллион сайтов у меня есть. Сидите в Майами на любом языке, много есть у меня. Много литературы у меня есть. Google пишет на английском, русском, на китайском, на арабском языке, много есть. Поэтому я человек, когда иду на самолете, вы тоже на самолете были? На самолете видели? Вы что видели на самолете? Вы на самолете видели? Ничего не видели. Я когда на самолете иду, вот так иду. Когда на самолете иду, сразу смотрю вниз. Я смотрю, это библиотека, это наша библиотека. Это наша библиотека. Это 149 минут книг библиотека. Иду там, там библиотека, как вирус. Еще наша Земля будет как вирус. Еще ты идешь дальше, наша галактика будет как вирус. Мы никуда. Только Аллах, только Бог, который нас создал. Потому что случайно нет. Все мили процессы идут законами. Все мили говорят, почему без охраны идешь? Без охраны почему идешь? Потому что на этот день, когда мой отец был за границей, если моя мама была своей родственникой, своей маме, в этот день, когда я родился, не родился. Откуда родился? Поэтому 100 лет тому назад я не был, через 100 лет не буду. Я кто? Все сало. Через математик? Доказываю. Не через Фересу. Время нет. Есть у меня в МГУ, я читал лекцию. Есть 3 часа. Давай, пожалуйста. Вопрос. Скажите, через эту математику всегда можно определить, когда человек уйдет из этого мира? Конечно, потому что здесь написано, вот смотрите, вот эта головка. Я вычислил свой день и свою смерть. Вот я вычислил день своей смерти. Вот. Это давно, в 90-м году эта книга написана. В 90-м году я вычислил день своей смерти. Вот. Смерть – это самая прекрасная вещь, это смерть.
Если люди понимают, что смерть самая прекрасная вещь, не надо бояться. Например, там. Вы на экзамен идете. Может, однокурсник придет. Да. Думали, да. Ты так, какой счастливый человек. Он сюда экзамен уже как я у меня будет замуж. И ты подал, вот заучил. Да. Если идет зубной врач, человек ходит. Да. Ты себя видел? Да, я себя видел. Ты говоришь, так как завидуешь. Он видел свои... Ты завидуешь. Кто умрет, я завидую, кто умрет. Почему? Куда идут? Он, где мои родители? Где мои родственники? Где там Бог? Где там пророк? Все там. И третий. Пример, давай потом математику доказываю. И знаете, здесь очень стад хочется. Мы в этом мире стали. Когда будем отдыхать будем. Знаете, подождите, отвечаю. Не заканчивали это. То самое важное. Люди все в мире смерть боятся. Я не боюсь. Я хочу доказать. Сон, когда видели? Сон. Сон. Видели? Вы соном. Вы знали бы сон? Не знали. Когда сон видели, вы не знали бы соном. Вы сон видели. Знали соном? Нет. Сейчас тоже мне. Когда приснется, вы знаете, вы сон, да? Сейчас вы тоже мне можем доказывать, мы приснулись. А вдруг мы соном? Когда умрем, приснулись будем. Мы сейчас тоже не можем доказать. Понятно? Это понятно очень трудно. Русский язык у меня очень красивый. Поэтому смерть не надо бояться. Смерть – это самое прекрасное. Как сейчас мы не знаем. Когда мы будем 100 лет, потом понимать, как смерть любим. Сейчас мы любим. Сейчас мы не любим. Сейчас мы не любим сейчас. Поэтому смерть я хочу последить. Смерть не надо бояться. Смерть как тень. Как тень. Тень. Когда ты на тебе бежишь, с тобой. Когда ты бежишь, он ходит. Смерть. Не надо бояться. Если ты не боишься, ты будешь. Потому что все есть. Поэтому не надо смерть бояться. Смерть мы приходим из одного мира на другом мире. Как мы переснуть, как спим. Вот так. Давай, пожалуйста. Скажите, дата смерти не меняется? Точно? Да, это спасибо, это вопрос. Наша голова исполняется нашей судьбой. Вчера я академик, позавчера на Академии экологических наук перечел доказал этот вопрос. На смерть на один час не раньше, не позже. И позже раньше. Это Коран Библии говорит. Я Коран и Библию и Торат через науку рассматривал. Поэтому хочу объединить эти религии. Спасти человечество. Очень надо объединиться. Поэтому смотрите. Очень интересно. Что такое судьба? Что такое судьба? Когда хорошо делаем, хорошо делаем, хорошо делаемся. Когда хорошо делаемся, значит, мы делали. Мы делали. Когда плохо получается, на судьба, на расчет. Что у нас если плохо получается, да? Судьба виновата. Когда хорошо делаем? Нет. Наша голова, что такое судьба? Наша голова исполняется нашей судьбой. Где на судьба рассчитывается, где на ум рассчитывается. Нас дал Бог ум. Если мы здесь, то есть два дорога. Я на каком этаже два дорога здесь. Каждый человек есть два дорога. Я один дорога могу ходить, здесь уходить, могу ходить, да, могу ходить, один дорога. И вторая дорога, через окно могу прыгнуть. Голова решает, куда? Ум решается. Там светофор. Там на красный ходишь? Нет, ум не разрешает. Если ты на красный, говорит судьба, голова работает, это судьба. Раз. Если на самолет, выше, чем наш ум, мы на судьбу считаемся.
на самолет, считали на судьбой, на судьбах? Да. Где наш ум решается, на ум решается. Понятно это слово? Где же ум? Наша на ум. И что выше, чем ум? Судьба. На судьбах, вот. Поэтому, вот, еще вопрос есть? Вопрос есть? Нету? Вот, я один вопрос сам дам. Самый умный человек кто в мире? Самый глупый. Самый умный человек, кто в мире? Нет такого. Кто свой собеседника читает умнее, чем себя? Точно. Давай. Самый умный человек, кто? Кто свой собеседника читает умнее, чем себя? Самый глупый человек, кто? Кто сам себя читает умнее. Потому что сам себя любит. Это раз. Второй. По-моему, говорю, потом 12-5 минут осталось. Самый умный мужчина кто? Это человек. Самый умный мужчина кто? Умный мужчина. По логике. Кто подчиняет своей женой? Самый умный мужчина кто подчиняет своей женой? Самый умный мужчина. Если его жена говорит, его жена. Молоко черное. А мужчина что говорит? Нет. Ты прав. Зачем были? Ты прав. А? Почему? Если ты со мной спорит, сейчас молоко на кухне, он горится. Он солнце черное. Ты прав. А? Понятно? Поэтому развода здесь много. Почему? Потому что не терпит. Женщина, у него есть три начальника. У мужчины один начальник. Один начальник у женщины кухни. У ту. Все дома. А мужчина интернет или, может быть, сразу газеты, что телевизор. Вторая начальник женщина, его дети. Третий начальник на работе. Надо женщина давать. Хотите вас. После развод, потом расстраивайте. 90% после развода расстраивали. Почему какой я сам дракон? И самый глупый человек, кто знаете? Самый умный человек – это политиков. Самый глупый человек – это ученых. Это ученых, это ученых. Почему? Если они не были глупы, глупы не подчиняли. Он самый ученый, профессор, доктор, ну, а его начальник глупый. Поэтому, если ученые принимали на власть, на руках власть, Гитлера не подчинили. И много ученых в Украине, много ученых есть в Соединенных Штатах Америки, много ученых во время Брежнева. Почему не подчинили? Это люди, которые много советских гражданин отправляли в Афганистане, погиб бедный советский женщина, погиб в Афганистане, политбюро, и Брежнев и сын не погиб. Сын Буш и Конгресс не погиб в Афганистане. Потому что ученые молчили. Я не молчу. Много людей там ученых, Зеленский, человек, который танцует по барабану Америка, много бедный украинский народ погиб, много солдат погиб. Потому что ученых надо объединить. Если ученых объединить, мы спасем человечество. Понятно ученых? Ученые все сделали. Самолеты сделали, вертолеты сделали, камеры сделали, все делали. А сам себя не делал. Человек все сделал, только себя ничего не сделал. Человек из деньга делал, из бумаги делал деньги. Из бумаги делал деньги, из бумаги делал деньги. Деньги человек сделал ишаком. 100 миллион лет ишака не может сделать человека. 100 лет на каком университете ты научить ишаком, хотя становится человеком никогда. На 5 минут человека можно остановить ишаком. Человек может быстрее становиться ишак. Ишак не может становиться человеком. Понимаете, о чем я говорю? Да. Один человек, человек стреляет, его судит. 10 человек – ты убийство. Ты преступник, 100 человек. Стреляешь, 100 человек – ты будешь преступник. Если миллион человек стреляешь, ты будешь герой. Тебя памятник построит. Император. Император. Это император, миллион человек погиб. У него всю историю уважает. Какая справедливость? Мы человек хуже, чем волк. Волк своей волка не кушает. Волк, если голодный, своей волка не кушает. Мы перед такой стреляем своей рода. Человечество стреляет. Поэтому, как мы сейчас спасти человечество, на эту тему я разработаю. Вопрос, последний вопрос. Есть у вас? Какой вопрос, пожалуйста? Скажите, как журналист.
Последний вопрос. Я. Давай. Мы с вами же отдельно запишем. Отдельно, давай. Скажите, для чего вы даете обычному человеку это знание? Как пользоваться? У мира три сорта есть. У мира три семьи есть. Наша семья, или наша планета, наша Земля, три сорта есть. Пять брат, пять континентов. Африканский континент – брат нас. Американский континент – брат нас. Азиатский, европейский, австралийский. Пять. Это пять, три сорта человека есть. Один сорт, который у нас курировал. Все это президенты, все наши руководители курировали. А второй сорт – это чиновники. На нас дали. Третий – это мы, пострадаемся. Много советских народ работали. Сам кушали, красивая девушка, работали на колхоз, собрали картошка. Сам кушали картошка, а чужие люди дали мясо. 65 стран мира меня кормили. Сам не могли себя накормить. Американцы тоже самое. Дают налог, и его били дом, тратят на войну. Почему? Как можно спаситься? Поэтому люди хотят разбудить человека. Вот ваш вопрос. Разбудить. Понимай, кто наши враги. Я хочу вот много барона попьется отсюда. Много барона, как называется? 10 000 барона будет. Как называется? Стадо. А? Стадо. Стадо. У стадо его кто враг? Волк его враг? Кто его враг? Волга, знаете, да? Да. Волк. У саду враги кто? Сами себе. А? Сами себе враги. Сам себе нет, это бит. А куда они бит не знают? Нет, волк 2-3 кушает. Его хозяин. Продает его на мясо. Хозяин нас продает всегда. Чупан продает. Чупан, хозяин. Волк нет. Всегда наша чупан, наша мешаза. Никогда чиновники всегда он так. Без мир. Да. Видите, господин Путин? Я Путин очень уважаю. Извините, пожалуйста. Я Путин очень уважаю. Это ваше дело. Я уважаю. Если Путин не был, Россия не будет. Берегите господин Путина. Путин это гордость. Не только Россия, гордость. Цивилизация. Сейчас война между вас. Тук западет, война между сатана, между ангел, между плюс-минус, между темными, между белыми. Поэтому берегите своего президента. Я думаю, будете победить, когда и уберете. Если один шаг будет назад, по-моему, Россия развалится. Спасибо большое за внимание. Большое. Смотрим, улыбнулись. Так, метро или трамвай? Так, внимание. Посмотрели, улыбнулись. Фото. Еще разочек. Фото. И еще последний. Есть. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.